Здорово, мужики! Сегодня на компьютере нашел у себя видео, где я делаю с барабаном прикольную самоделку и решил вам показать ее. Так что приступим. Ну а вы оцените ее лайком и напишите комментарий. Поехали! Все ненужные вещи люди выкидывают. Да, наверное, это самое правильное решение. Но из каждой ненужной вещи можно сделать полезный предмет. Сегодня я покажу, как можно найти применение тормозному барабану от автомобиля. Вот наш барабан, весь грязный, замызганный. Для начала нам надо его почистить. Для этого очень хорошо подойдет щетка с железным ворсом. Пока я начищаю тут барабан, попрошу поставить лайк и подписаться на мой канал. Да, кстати, и еще. Напишите в комментариях, какое видео больше вам нравится, на какую тему. И я постараюсь этого видео делать больше. Поработав щеткой 15 минут, у меня получился вот такой уже более-менее чистый барабан. Но теперь надо его покрасить. Возьму красный, яркий, насыщенный цвет. Мне кажется, такой цвет подойдет к любому ненужному предмету. Ну вот наш барабан уже красивый. Отправляю его сохнуть. А пока он сохнет, я подготовлю еще одну деталь для нашей ненужной вещички. Это старый диск от ручной торцевой пилы. Его тоже надо привести в порядок, почистить и покрасить. Для него я выбрал серый цвет. Интересно, кто-нибудь догадался, что я делаю? Диск готов. Отправляю его тоже сохнуть. Третья деталь будет выполнена из листа жести. А вот такая вот форма, типа полукруга. На принтере я распечатал название моего канала «Узнаватель». Вы можете напечатать что угодно. Нам надо сделать трафарет из этой писанины и нанести ее вот на этот полукруг. Ну и последний, самый важный этап – соединить все эти элементы для одной цели. Сейчас вы все поймете. Но прежде поставьте лайк, я думаю, я его заслужил. Да, друзья, сейчас мы соберем часы. Очень веселые, красивые настенные часы. Но сначала перед склейкой всех компонентов надо расточить отверстие под механизм. Для этого мы воспользуемся болгаркой. Так, все готово, приступаем к склейке элементов. Механизм приклеиваем в уровень верхней плоскости. Теперь закрываем все это некрасивое дырчатое пространство нашим диском от пилы. Тоже клеим его на клей. И у нас получается вещь, уже похожая на часы. Но у нас есть еще одна деталь. Воспользуемся ею и приклеим ее сбоку. Вот таким вот образом. Ну а теперь осталось только поставить стрелки и запустить механизм.
Я считаю, что получилось очень даже неплохо. Оцените мое рукоделие комментарием или лайком. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые поделки от меня. Всем пока!